Всем привет! Вы на канале «Да для всей семьи». Если вы ищете идеи для новогоднего стола, то хочу поделиться с вами рецептом сочного, легкого салата с пикантным вкусом. Для этого салата я буду делать заправку из майонеза, сметаны, небольшого количества горчицы, приправ и соли. Все перемешиваю хорошо и перекладываю в полиэтиленовый пакет. Салат я буду делать слоями. Для первого слоя нам потребуется копченая куриная грудка, которую нарезаю на пластинки, потом на тонкие полоски, и эти полоски уже на небольшие кубики. Так как этот салат будет напоминать визуальную елку, нужно для него взять блюдо вытянутой формы. Я первым слоем выкладываю курицу и формирую вот такой треугольник. Далее сдабриваю заправкой. Следующий слой – это морковь по-корейски. Я ее сделала сама дома, можно в принципе приобрести в магазине. Тоже слегка сдабриваю заправкой этот слой. Далее натираю на крупной терке 2 яйца. Аккуратно распределяем натертые яйца по поверхности и снова сдабриваем заправкой. Ну и последний слой, который нужно натереть на мелкой терке, это 70 граммов сыра. Этот слой тоже смазываем заправкой и равномерно распределяем заправку по всей поверхности. Украшать салат будем киви. Мне потребовалось 3 штуки. Киви нужно нарезать на тонкие-тонкие пластиночки, которые сложить вместе и разрезать крест-накрест. Получаются небольшие такие чешуйки, которые выкладываю сверху. Еще для украшения я взяла гранат, можно взять клюкву. Ну вот, в принципе, салат готов. Осталось его отправить в холодильник, но я не вытерпела и салат пробовала сразу. Он очень вкусный, сочный и пикантный. Пикантность придает морковка по-корейски, а сочность придает киви. Обязательно приготовьте этот салат на праздник. Если вам нравится моя идея, прошу оценить ее лайком, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А я вам говорю огромное спасибо за просмотры и лайки. Всем пока, до новых встреч, до новых рецептов.